Дезинфекция подъездов в многоквартирных домах – обязательное условие работы управляющих компаний в связи с опасностью распространения коронавируса. В минувшие выходные глава городского округа Щелково Сергей Горелов проверил, как выполняется эта работа сотрудниками управляющих организаций. Свой осмотр глава начал с домов по улице Парковая, которые обслуживает управляющая компания ДЭС ЖКУ. Есть замечания на сегодняшний день. Управляющим компаниям поставлена задача усилить работу по дезинфекции и по самой уборке подъездов. Надеюсь, что мы все те дни, которые жители будут находиться на выходных днях, и до того момента, пока не будет сняты ограничения, будем добросовестно выполнять свои обязанности. Я имею в виду управляющие компании и сферу ЖКХ, наше управление администрации, которое будет контролировать их работу. По результатам проведенной проверки в субботу Сергей Горелов принял решение повторно проконтролировать, как сотрудниками управляющих компаний были устранены замечания, которые были высказаны в ходе осмотра подъездов. Также проверка была проведена в многоквартирных домах, которые обслуживают управляющие компании «Ресурс», «Альтернатива» и «Паритет». Глава отметил, что графики уборки необходимо заполнять не в соответствии с планируемыми работами, а с уже проведенными, чтобы жители могли проверить результаты. Большая просьба к жителям нашего города обращать внимание, проводилась ли дезинфекция в их подъезде. Обратить внимание можно следующим образом. У вас в подъезде должен висеть график с указанием того, какие процедуры проведены и во сколько они были проведены. И должна быть роспись ответственного лица. Проверяющие еще раз напомнили исполнителям работ, что дезинфекция подъездов должна проводиться точно в соответствии с установленными правилами. Обрабатывать необходимо хлорсодержащими или спиртосодержащими растворами входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила. На территории города 3498 подъездов, все они закреплены за управляющими компаниями, работающие в городе. Сегодня и вчера проверял режим обработки этих подъездов. Поступали жалобы от многих жителей, но зачастую жалобы где-то оправдывают себя, а где-то были связаны с тем, что просто в ранние часы эту уборку и обработку проводили управляющие компании. Сергей Горелов сообщил, что и в дальнейшем будет продолжена проверка работы управляющей компании по дезинфекции подъездов. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.